بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаемые братья и сестры, конечно, всем поздравлениям я тоже присоединяюсь. Сегодня очень радостный маджлис, радостный вечер. И завтра день такой. С одной стороны, когда смотрим, приятно праздновать, отмечать этот вечер. Но мне кажется, нам круглый год нужно будет отмечать день рождения, месяц рождения пророка, алейхиссалату вассалам. Потому что этот радостный нам вечно же, ну, я так считаю. И то, что сегодня здесь собрались очень большое количество алимов, за это мы очень благодарны Всевышнему. В первую очередь, я бы вас попросил за этот маджлис, за такое большое количество алимов, которые Аллах нам дал. Ведь возможность учиться нам Аллах дал со всех сторон. Вот когда мы домой едем на машинах, чтобы каждый человек с намерением на шукру 100 раз сурату Фатиха читали по дороге домой. Я вас, ну, ради Аллаха прошу, читайте это, потому что есть же аят «Ла ин шакартум ла азиданнакум», чтобы Аллах еще больше нам оказывал милость, чтобы еще больше у нас было алимов. Это очень важно. И в следующем году еще в лучшем составе мы соберемся, иншаллах, если вот так мы будем благодарить Аллаха. Хочу несколько слов сказать. Мы вот сегодня собрались, благодарим Всевышнего. В то же время мы не должны забывать, к этому году мы через что прошли? Мы сюда прошли через кровь. С 98 года из лучших убивали наших алимов, мусульман, которые были неравнодушны окружающим, их всех убили. Вы не думайте, такой радостный вечер, я про крови говорю, почву вам настроения нет. Наоборот, хочу поднимать ваше настроение. Пролитый кровь в пользу пошло. Ни один человек от того, что даже его отца убили, сына убили, мужа убили, никто не отвернулся. Наоборот, еще больше добавил энергию, еще лучше начал работать. Поэтому их тоже мы не имеем права забывать. Дай Аллах, чтобы сегодня нас объединили. Не сегодняшних, которые здесь собрали, и тех, кто пролил кровь ради сегодняшнего дня, их детей, их окружения. Это тоже очень важно. Еще хочу благодарить Аллаха. Мы знаем, по всей стране, можно сказать, по всему миру, я думаю, преувеличением не будет, если мы скажем, в Дагестане ислам более в чистом, хорошем виде сохранен. Это тоже благодаря тем людям, которые пролили нашу кровь. Их заслуга это. Аллах этих недоброжелателей нам дал, чтобы то, что в Дагестане есть, в этих горах, среди этих камней мы живем, и хотя бы чтобы ислам у нас сохранился, Аллах нам дал этих людей, которые ковыряются в наших недостатках, они тоже стали причиной сохранения такого чистого ислама в Дагестане. Еще хочу благодарить Аллаха
за то, что и на сегодняшний день наш Дагестан прославили наши спортсмены на весь мир. А было время, когда наши алимы прославили наш Дагестан на весь мир. И сегодня хочется сказать, конечно, алимов, про которых нужно говорить, их много. Вот Хидирбек Гази Мухаммад, рахимахуллах, мало алимов в Дагестане, старшего поколения, которые у него не учились. Можно сказать, их почти нету. Знаете, у него заслуга в чем? Сейчас, когда все открыто, все учат. И все учатся. А в советское время учить, там нужно было геройство. Вот это алим, ну, я не говорю один он. Один из таких он был. В советское время проявил мужество и никому не отказывал урок преподавать. Всех муталимов он принимал, конечно, не днем. Рано утром, поздно ночью. Благодаря таких алимам сохранился в Дагестане ислам. Их много. Сегодня здесь Мухаммад Расул Исаада, у него хорошая книга. По-арабски сам стихи сочинил. Представляете, наше время. Алхамдулилля, есть алимы, только их надо уважать, их надо ценить. Если их мы будем ценить, Аллах даст еще больше распространить ислам. Несколько слов хочу сказать про воспитание. Это очень важный момент. Одного молодого отца ключи от джипа. Сын бросает в урну ключи от джипа. Отец радуется. Он не говорит, ты туда бросил. Он не воспитывает. Вот таким воспитанием из этих детей кого мы будем ожидать? И второе, что хочу сказать. В школе, в некоторых школах родительское собрание проводить, но директор школы не хочет. Почему? Потому что им надоело слушать упреки родителей. Они учителей ругают за то, что их дети не учатся. Поэтому учителям легче молчать. Эти наши дети, если мы дальше тоже будем их так воспитывать, конечно, они станут наркоманами. В Махачкале открытых около 50 реабилитационных центров, где наркоманов лечат. А вы знаете, вот состоятельные люди своих детей в республиканские центры не дают. Это вы имеете в виду? Они за пределами республики дают, чтобы их не знали. А знающих уже 50 реабилитационных центров. Представляете, как растет? В Пятигорске всех муфтиев собрали один раз, два часа говорили о распространении наркотиков в целом Северном Кавказе. А сейчас, говорит, они очень опасные. Когда анализ крови берут, обнаружить невозможно. Это синтетические наркотики. На воспитание обратите внимание. Еще хочу несколько слов сказать. Вот отдел маслахата, когда они как организовали отдел маслахат, через 10 лет мы расформировали, думали, нету необходимости, уже люди, наверное, уже стали лучшими. Оказалось, совсем не так. Пришлось заново открыть. И заняло то, что сегодня перечислил, вот это 10 качеств, то, что присуще пророку, алейхи салату вассалам, это то, с чем он сам сталкивается каждый день. И то, что говорят шавир и халиф, и женщиной советуйся, и делай наоборот, это знаете, кто говорит? Это холостой мужчина говорит. Женатый человек так говорить не может. Он слушается жену. А у кого жены нету, он же не говорит на улице, что он холостой. Он говорит, надо делать все наоборот. И в Дагестане, особенно кто в горах вырос, за унижение они считают
жене говорит, что он ее любит. А арабы, кого даже не любят, они говорят, что я ти хабиб, хабиби. Вот это слово они часто употребляют. Я думаю, для дагестанцев лучше было бы вот это между двумя краями, вот середину выбрать. Как арабы каждого встречного тоже хабибом не называют. И жену, которая тебя кормит, тебя одевает, твоих детей воспитывает, и ей хотя бы если даже слово просто «люблю» не сказать, неужели она вот это слово не заслуживает, что он ее любит? Часто обращаются ко мне, знаете, когда обращаются? Они обращаются, когда имамы, там, отдел маслахата, кто угодно действовать не может. Это последняя инстанция. Через несколько там преград ко мне доходит, и женщины говорят, что их мужа их бьют. Правду говорят, до такой степени я стесняюсь, когда мужчина женщину бьет. Говорят, хорошая собака, ну, собаку женского рода не бьет, говорит. Даже собака. Даже у собаки есть такой характер, что она свою вторую половину не бьет. Я говорю, мужчины куда смотрят? Его же родила мать. Она же женщина. Такая же женщина же это. Мать твоих детей. Наркоманы – это, конечно, общество очень вредное качество. А кто женщин бьет, я думаю, чуть хуже. Это недопустимо. Пожалуйста, я вас прошу, не бейте. Вот это равнодушие, то, что после 90-х годов в Дагестане вот это распространилось, ненужное течение. Вот такое равнодушие, если у нас и сегодняшнего дня тоже будет, конечно, мы еще другое что-то будем иметь. Вот пример хочу я привести. Недавно наши дагестанцы, метро говорит, одного парня были, наши дагестанцы. Тот день, когда вот это говорили, ну, мне было стыдно себя называть дагестанцем. Представьте, все время дагестанцы, спасая других людей, жертвовали собой. Были случаи, когда где-то пожар, они прыгали туда, спасали. Были случаи, ну, разные такие, когда кто-то тонул, прыгал, сам умер, кого-то спас. Такие же, дагестанцы же, так же их знают. Я говорю, этих людей, неужели вот этих ребят есть родственники, есть братья, есть старшие. Если публично не осуждать таких поступков и сказать, этим поступком мы недовольны, это с какого-то селения. Надо собирать сельский сход. Ихнему родственникам это, ну, очень стыдно. Представьте, из-за них сейчас многим проблемы будут в этих регионах. Вот это зато они 20 лет получат. Если даже 40 получат, кому легче от этого? А совсем невинные люди сейчас будут страдать за это. Поэтому вот равнодушным, конечно, вот нельзя. Я вас прошу, даже сейчас тоже не поздно. Вы вот узнаете, с какого селения эти ребята, осуждайте их, воспитывайте. Родственники пускай выступают. Это недопустимо. Несколько слов хочу сказать про себя тоже. Есть люди, которые меня чуть-чуть уважают. И эта просьба моя направлена к этим людям, которые вот меня уважают. И возле вас, если и даже вот по телевизору, в социальных сетях, где угодно, про меня, если что-то плохо говорят, вы не переживайте. Меня защищать не нужно. Я часто говорю, одному человеку сказали,
в твоем отсутствии, говорит, тебя люди ругают, про тебя плохо говорят. Он говорит, да в моем отсутствии даже, говорит, пускай меня бьют. Мне, говорит, это вообще не волнует. Поэтому это один момент, что я хочу сказать. Вы не защищайте меня. Этим ни мне, ни себе пользу вы не будете получать. Наоборот, у вас чуть-чуть врагов больше станет. И особенно имамам, когда вот в минбарах они выступают, тоже они говорят, муфти сказал, кудьяв сказал, зачем? Это мне что даст? Мне ни зарплату не повысят, ни пенсию не повысят, ни то же самое Ахмад буду я. Зачем это? Например, если кто-то меня называет Ахмад, кто-то Ахмад Хаджи, чем Ахмад и Ахмад Хаджи красивое имя откуда найти? Это мне ни вес, ни рост, ничего не убавило. Я тот же самый Ахмад. Поэтому от того, что про меня плохо говорят, вы не защищаете, еще раз вас предупреждаю. И много раз меня склонят на минбарах, не стоит. Про тариқат тоже хочу несколько слов сказать. Потому что вы же знаете, я сторонник тариқата. Я следую этому пути. И, альхамдулиллах, я благодарю Аллах. Ни один день не пожалел. На том свете тоже хочу с ними, чтобы Аллах нас, ну, кто тариқат признает, даже не вступил, чтобы их на том свете вместе с суфиями, чтобы собрали. Одно хочу сказать. Тариқат, тариқатом, чтобы называть, нужно, чтобы в этом тариқате противоречия шариату не было. Вот что такое тариқат. Если шариату противоречит, значит, это не тариқат. Я этому тариқату придерживаюсь, который не противоречит шариату. И альхамдулиллах за это. Еще хочу несколько слов сказать. Про улама уссу. Это не алими, это ученые люди. Их алимами называть нельзя. Алимами называют людей, которые боятся Всевышнего, у кого есть таква. Про таких хочу один пример привести. Али асхаба, разиаллаху анху, когда три человека вынесли приговор, ну, несколько таких людей убьют, один направился, али асхаба, разиаллаху анху, убит, и его убит, когда в этот город этот человек пришел, он с одной женщиной познакомился, это вы хорошо знаете, и ей он говорит, не выйдешь ли ты за меня замуж? Она говорит, выйду, но у меня три условия. Из этих трех условий, одно условие Али асхаба убить. Представляете, этот человек в город пришел, а его Аллах соединил с этой женщиной, которая в махар вставляет убивать Али асхаба, рази Аллаху анху. Это важный момент. И еще такой тоже добавлю. В одном маджлисе, если 100 муъмин и один мунафик, который придет новый мунафик, к этому мунафику говорит, сядет, не зная, что он мунафик. Аллах его туда соединит. И вот так это человека Аллах Всевышний свел с этой женщиной. В общем, подготовку делают, он бьет мечом Али асхаба, рази Аллаху анху. И два дня он не умирает. Когда он говорит своим детям, Хасану и Хусейну, рази Аллаху анху, если от этого ранения я умру, то, говорит, вы убиваете только врага. Там бывает же, чтобы тухум уничтожить. Это, говорит, нельзя. Только врага, говорит, убивайте.
И они ждут два дня. Этого человека поймали, два дня ждут. И после двух дней Али Асхаб, разиаллаху анху, умирает. Вы, наверное, думаете, а что общего между улама Уссу и убийством Али Асхаба? Я хочу сейчас черту подвести. Вот этого убийцу, это сыновья, они же, он же халифа Али Асхаб, рази Аллаху анху, зять пророка, алейхи салату вассалам, его двоюродный брат, пророк, алейхи салату вассалам, говорит, «Ана мадинату л'ильми ва алиюм бабуха», он врата к этому городу. В общем, про Али Асхаба, рази Аллаху анху, говорить не стоит. Когда такого человека убили, эти сыновья хотят мстить, и они отрубают ему руки. Он ни уп не говорит. Выкололи глаза, уп не говорит. До такой степени крепкий мунафик. И потом, когда они начали уже, они тоже же, для чего это делают? Они делают, чтобы ему было больно. А ему же не больно, он же не дает знать. Когда они начали его отрезать язык, он начал чуть-чуть дергаться. Его спрашивают, почему, говорят, и руки отрубили, глаза выкололи, ты ничего не говорил. А что, язык больно, что ли, так сильно? Он говорит, нет. Пока я живой, говорит, не хочу, чтобы одна минута моя прошла без упоминания Аллаха. Вы представляете? Вот что я хочу сказать под словом «улама Уссу». Они читают аяты, они упоминают Аллаха, они все делают ради Аллаха, и Али Асхаба убивают. И без упоминания Аллаха ни одну минуту не хотят, чтобы прошло. Сегодня, конечно, неудачный день, наверное, я выбрал для этого разговора. Мы же должны себя закалять. Мы же должны знать, с кем мы имеем дело, чтобы нас тоже такие мунафики, находясь рядом с нами, показывая, что они богобоязненные алими, чтобы вот так не поступали. Дай Аллах, хотя мы про убитых говорили, последние два года от нас вот это ковид, это, конечно, причина, из-за этого много наших родных людей мы потеряли. Были случаи, когда сын и мать лежали в больнице, мать скончалась, а сын ее похоронить не смог. Ему не разрешали похоронить маму родную, хотя он очень любил ее. Было такое время, я хочу, пользуясь случаем, здесь огромное количество алими. Здесь люди, которые, даже если не алими, пришли из-за любви к пророку, алейхиссалату вассалам. Наши сердца сегодня чистые. Я хочу вас попросить один, можно сказать, два, можно сказать, три дуа делать, чтобы ислам распространился, чтобы все было благополучно, чтобы между нами братство укрепилось, чтобы мы друг друга любили, особенно алими друг друга любили и уважали. Уважаемые мусульмане, вот уже за 60 я прожил, за то, что прожито, я одно могу сказать, я алимов, мусульман, любил, люблю
и уважаю. То, что дальше будет, это одному Аллаху известно. А у вас я хочу просить сегодня, чтобы вы мне просили истиқамат, тауфиқ, хусну хатимат. Это же самое я вам тоже прошу. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.